Всем привет, ребятки! Вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть Hills of Steel. Поехали в Крушитель Луны, выбираем танк Кобру. Хочу я Кобру улучшить, прокачать Коброчку мою маленькую. Но для этого нужны деньги. Много денег. И я решил так. Вот Кобру улучшать, пускай Кобра сама и заработает себе на это деньги. Получится у нее деньги заработать? Отлично. Хорошо. И мы будем улучшать Кобру. Не получится деньги улучшать, мы ее и не будем улучшать. Не получится, то есть, заработать деньги, да, на Кобре. То и улучшать ее не будем. Да, смотри, сколько урона понесла Кобра наша. Ну да. Ай. 90. А 100 монет уже заработала Коброчка. Ну, молодец, молодец. Ладно, ничего не буду говорить. Будем уничтожать танки. Так, у меня крутилочка есть хорошая. Босс, Босяра. Сколько нам за Босяру денег дадут, а? Большой, хороший вопрос. Так, у нас почти что 100 монет. Ух ты! А в чем плюс вот этого танка нашего, а? Вообще, что там, 10 монет дали? Капец, мало. Плюс у Кобры, я не знаю какой. То, что она быстрая. Ну, а скорость-то зачем нам скорость? Нам нужна броня мощная. Ну, стреляет она неплохо, смотри, с одного раза она выносит. Уничтожает танки. Это плюс. Это хорошо. Подожди. На, сейчас я щелкну, подожди. Иди сюда. Так, у меня же есть эта пила. Блин, была бы она немножко длиннее, а? Я не могу пилу подвинуть, они меня просто подкидывают, представляешь? Танк. На! Хотя пила, она не очень эффективна. Эффективно здесь, ребята, больше выстрелы. Был бы еще какой-нибудь, знаешь, типа, кроме пилы, щит. Ну да, носишь какой-нибудь щит. И он тебя защищает. Ой, потом, конечно, разрушается, но... В принципе, была бы защита хорошая. Опа! Есть, смотри, я прям в полете стреляю. И стараюсь попасть. Вот эти танки. О! Пила помогла. Конкретно причем. Опа, едет, едет, едет танк. Маленький. Так, ну, быстро, нормально он таки справляется. Таки он справляется с ними. Вот этого сейчас еще уничтожить. Оп. Нет, мимо. Готов. Хорошо. Едем, забираем деньги. Так. Тихо. Сколько у вас тут танков, а? Два танка. Один готов. И второго сейчас мы щелкнем. Получать. Мне нужен босс, ребята. Хватит его защищать. Да ё-моё, смотри, что они творят, а? Все по голове прям стучат. Давай, выпрямляйся, танк, пожалуйста. Еще один танк остался, и у нас босс сейчас будет. Да, я так и думал. А босс кто же у нас там? Кнут, кнут. Ну что ж. Едь ко мне, кнут. Мне нужно ремкомплект. Очень. Реально. Ух ты, как мы его быстро щелкнули. Так, забираем ремкомплект. Подлечились и отправляемся дальше в бой. Так, второй кнут. Маленький только кнут был. Так, вместо крутилочки мне вот это надо будет взять просто-напросто ремкомплект. Он более лучше пригодится. Так, нифига. Давай, подъезжай ко мне поближе, чувак. Давай-давай, еще ближе. Он реально на 1 миллиметр подъезжает каждые 15 секунд. Ну, с ума сошел. Смотри, что он творит. Тихо. Сейчас мы сделаем по-другому. Так, смотри, видишь, волна какая. И волна задевает его. Сейчас мы еще несколько волн сделаем. Есть, готов. Уничтожили его. Так, ну и того у нас 318 монеток. Ну, ничего страшного. О! Есть циркулярочка моего. Подпилили. Так, следующие чуваки. Ох, вас много здесь, а.
Давай мы сейчас циркулярочкой. О, побжикаем. Тихо. Давай, вставай на ножки. Давай. О, молодец. Молодец. Следующие танки идут. Лазерные. Ах, какие вы активные, слушай, а? Так, красненький. Красненького мне нравится. Опа, готов. Угу. Монетки. Так, заберем. Они мне пригодятся. Ох ты, вот они едут. Ой-ой-ой, меня сейчас щелкнули. Да, щелкнули меня. Ах, сколько там? 317 монет мы заработали. Ну, не сильно и много. Да. А давай атаку в пустыне возьмем. Вот такого я хотел бы себе взять. Угу. Атака в пустыне. Здесь, конечно, мы будем, ребята, играть. Очень сложная серия. Очень сложная, не знаю. Наш танк не думаю, что справится. Хотя, не справится. Ну, посмотрим. Монет здесь не сильно много и дают, в принципе. О, на, получай, отдыхай, товарищ. Товарищ. Так, должен быть танк, по идее. О, это сам вертолет. Но вертолетов нет. Ладно. О, сейчас этих маленьких сделаем. Вот он, вертолетик первый прилетел. Так, здесь не получится мне его щелкнуть. Ладно, отправляемся дальше. Вы что, ребята, сговорились, что ли? Один на вертолете меня, другой на танке. Вот здесь мы тебя сейчас попробуем попасть. На! Ух ты, второй танк. Ой, этот вертолет прилетел, прикинь. Что-то уже как-то, мне кажется, перебор, ребята. Перебор. Так, есть один танк. Вертолет. Или два мы даже сбили. Два вертолета, скорее всего. Ну да. Сбили два вертолета. Опа! Чуваки. На, получай. Готов. Вот еще едет. Сейчас мы тебя поджарим. Где ваш босс? Мне нужен босс, короче, вот и все. Чтобы получить звезду. Так, давай сюда. Есть. Вертолет уничтожен. Так, вниз и вверх поднимаемся. Разгоняемся. Прям как Hill Climb Racing 2. О, два танка сразу. Все, готовы. Скоро, по идее, босс будет, но у меня уже жизни мало. Не думаю, что я встречу босса с такими-то жизнями своими. Тяжело было, тяжело. Да, еще до босса, когда китаю пешком. Поэтому, навряд ли я, может быть, даже дойду до этого босса. Ну, либо вот с таким здоровьем я до босса дойду. А, у нас еще босс вертолетчик, да ну нафиг. Нет, конечно, как же я его уничтожу? Никак. Либо мне нужен такой хорошенький выступ. Где бы его найти? Холмик такой. Так, это все мелочь пузатая. Вот нормальный выступ. Давай. На. Может быть, я его еще вот, не знаю, получится или нет. Так, удар. Еще. Есть, мы его уничтожили, представляешь? Офигеть, мне дадут звездочку. Звезду. Давай. Есть. И у нас есть сундук. Да. Открываем сундук. И там у нас ничего нету интересного. Да? Да, ничего нету. Ничего не было. Давайте еще раз попробуем. Только на этот раз я возьму Джокера. Почему бы нет? Поехали, Джокер. Маленький танк. Ух ты, это у нас это получается в джунглях. В джунглях сложно очень. Но у нас маленький проворный танк. Сейчас попробуем. На, сейчас. Щелк. Готов. О, вот это я не люблю. Вертолеты. Это даже не вертолеты. Это истребители. Эх. Ух ты, а что они все перевернутые? Это мне какая-то подмога, что ли? Чтобы я выиграл.
Так, а ты что, не перевернутый был, а? Ой-о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 й. Сколько же истребителей за всю игру, ребята, подсчитайте, прилетят. Очень много, я считаю. На! Держи, и это тоже. Смотри, я такой маленький танк по сравнению даже с этими большими джокерами. Опа, нет, даже не хватило удара. Так, ладно, давай напалм. Даже, ну, напалм у него слабенький, конечно, ну ладно. О, ты это напалм, а что ли, сгорел? Хорошо. Хотя напалм, может быть, мне пригодился бы даже с боссом. Боссу я бы напалм сделал бы. Опа. На, получай еще один ударчик. Так, все, стоим. Стоим, ждем. Мне нужно уничтожить вертолет. Опа. Еще. Да ты что такой живучий, а, вертолетчик? Так, осталось мне теперь вот этого победить. О, что-то я застрял. Ребята, реально застрял. Вниз еду, едет вверх. О, давай, 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 едьте сюда. Молодцы. Так, следующий. Следующий танк. Попаду я в него или нет? Нифига. Нифига, он тоже, смотри, не может подняться. Слушай, чувак. Не надо в меня стрелять, да? Он меня просто расстрелял. Тупо. Ну, как-то так, ребятушки. Ну что ж, тоже заработали мы денег. Денег немножко, правда. 39 монет. Ну, тоже хорошо. Будем на этом заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.